the team is not ready, so it's my responsibility. This club is a champion, has been a champion for 3 years, so performance like this is simply not good enough. And if I was Luka Vasko, I would fire me tonight. Все сегодня были на игре, все видели игру, и очевидно, что на данный момент команда играет плохо. Это моя ответственность как тренера готовить игру, команду к играм. Раз на данный момент она не готова, значит, свою работу выполняю плохо. Команда 3 года была чемпионом, и на месте руководства сегодня ночью, если бы я был руководством, то я бы себя сегодня ночью уволил. Вопросы? А почему звонили в перерыве урок? My voice. Just absolutely. Because she was playing very bad. Она очень плохо играла. А что... Пожалуйста, пожалуйста. Если бы руководство не уволило тренера, что дальше делать тренеру? Как можно искать пути выхода из этой ситуации? If you're not fired tonight, what are the ways of competing? I fire me tomorrow morning. Значит, уволили завтра утром. А что же изменилось за 4 дня, которые прошли с предыдущей игры, с Рязанью? Вроде бы добавили Дятела и Афанасенко, но... What happened during these 4 games? Nothing. I didn't prepare the girls, that's all. They're not ready to play. We got beat by a team that simply was more aggressive, wanted to win the game, challenged for everything. Ultimately, it's my job to get the team ready. They were not ready. It's my responsibility. Но, судя по всему, в том-то и дело, что ничего не происходило эти 4 дня. Команда не готова. Еще раз все говорит о том, что это его ответственность. И он с ней не справился к сегодняшней игре. И команда победила нас, которая сегодня просто была чуть-чуть агрессивнее и хотела победить. Есть такое ощущение, что игроки в разной форме. Кто-то лучше готов, кто-то хуже, это вот у них под собой такой. Is there any feeling or opinion from you that the players are at the different levels of physical shape and knowledge? That's probably true, but ultimately it's my responsibility to make sure that they're ready. The bottom line is if the team wins, that it's good. If the team loses, it's my job to make sure that they didn't lose and we lost the game. And It's not a fact that we lost the game, it's how we lost. There was just no fight in the team. We just didn't play. Да, похоже на то, но опять же, это ответственность Шека. В том числе отвечать за форму команды, выходящей на игру. И дело не в том, что мы сегодня проиграли, поражение случается, а как мы сегодня проиграли. Не было ни единого желания бороться на поле. Еще вопросы? Спасибо.